Родники, спасибо тебе за субскрупно бустера. Да, спасибо. Здорово. Сегодня я запускаю снова еще один конкурс на 500 рублей. Условия, как всегда, простейшие. Бахнуть лайкуши под видос, обязательно подписаться на канал и написать любой комментарий со словом «бустер». Итоги розыгрыша подведем в пятницу. Ну а теперь приятного просмотра. Илюха, идешь на старых картах? Не-не-не, дядь, я монтирую. А, хуйло, бля, дефолтный, бля, Крис оказался за лупой, бля. Ебать, сука, оказался, Кент отвернулся, Кентафарик нахуй. Нихуя себе! А то, что ты обещал, что сделаешь мне логотипы, в итоге не сделал, блядь. Еще есть время, еще есть время сделать? Давай. Давай, сука. Ты попался нахуй реально в плохой момент, бля. Я прям сейчас на стриме ёбну, бля. Подставил меня, Люха, блядь. Люх. Фотку мне скинь, не люблю. О, привет, Оксайл. Оксана, здорово. Иксиль. Оксана, привет, блядь. Кидай мне фотку быстрее, пока я делаю, бля. Какую фотку? Брат, свою скинь лица, с которой я логотип буду срисовывать. Я векторный дизайнер. Смотри, будет играть? Я уже в фотошопе, быстрее. Не... У меня очень дорогая минута, если дядь. Если ты гений, ты же должен это, сам... Очень дорогая минута, дядь. Че, не будешь кидать? Сейчас ладно, сам найду, похуй. Так уж и быть, бля, по двойному тарифу с тебя списываю, бля, ебан. Давай, ты сука, блядь. Так. Эту программу 2000 рублей не плачу, но не пользуюсь. Этим фотошопом. Так. Может, ты квадратный? Илья Exile, открываем профиль ВКонтакте. Ну, с виду видно, что профиль очень гнусный. Ну и перед просмотром данного видеоролика покажу вам одну окупную тему. Вскрываем какой-нибудь кейс. Ну пускай это будет случайное засекреченное. Нам абсолютно не важно, какой дроп сейчас выпадет, так что... Что бы там ни было. Пушка стоит чуть дороже, чем кейс, отлично. Но суть в том, что сейчас этот ствол будет стоить в два раза дороже. Залетаем в апгрейд, дальше выбираем ствол, чтобы выходил более-менее адекватный процент. Жмем апгрейд, ну вот, что и следовало ожидать. Затем делаем то же самое с новым стволом. Дальше я выберу скин, с которым я буду сам играть. Так вот, азимов самое оно. Процент для апгрейда нормальный, так что подтверждаем. Ну и вот так мы выводим скин, который мы хотели, а не который нам выпал. Так что если хочешь урвать тоже какой-нибудь скин, обязательно нажми плюсик, вбей промокод Rewind, ну и получи реально балдежный бонус. Погнали. Чё ещё не в другой квартире? Что я могу сказать? Просто уёбище, ребят. Просто уёбище. Сразу видно, что человек очень добрый, позитивный. Да ладно, не скромный. А что здесь с голосом? Что, порвали, как горло выебали в рот. Так, всё срисовывается. Это я. Ну так чем ты, бля, своим клитором обвешим, блядь? Ты максимум там можешь натрясти, бля, но слышь? У меня есть на чем, отрыжку, если блядь. Поискать. И пиздеть-то, блядь. Если поискать. Но главное, что тебе понравилось, Слав. Так, все, я сейчас беру твою фотку и начинаю просто вырисовывать, блядь. Слав, не надо! Почему с твою мне? Ты нахуй не всралась, блядь. Я кента обвожу, блядь. Бля, я думала, ты мои письки вот эти вот. Так, мне для того, чтобы сейчас реально, ну, углубиться в дизайнерство, мне надо, бля, музыку врубить очень дизайнерскую. Дизайнерскую музыку? Да. А какая у тебя дизайнерская музыка? Я услышу. Да блять. Маршмеллоу, блять. Ебать, я как будто в другой вселенной сейчас. Почему? О, Марлео, я Анна-Мария! Анна-Мария, приди! Сколько у меня времени есть? Через сколько видос выйдет? Сейчас есть еще время. Сейчас я тебе такой ёбну, охуеешь, блин, на YouTube поставишь, ёбта. Давай, дядь, у тебя еще время есть. Еще это... Давай, не пизди, блин. Да он логотип тебе хуярит сейчас. Да, он хуярит логотип. Давай, не пизди, блин. Ну, готово, слышь, просто обработку чертёж, готово. Синий убираем. Убираю всю синюю ебаную, блядь. Пошла. Я же тебе такую нахуярю, бля, обработку. VFX дизайн, let's go. Что там произошло? Бля, мамки, брат, спасибо большое. Пойдешь кайз, братан? Сейчас я доделал быстро работу, у меня Илюха заказал. Он просто ролик снимает, и сам дорогая работа он у меня заказывал, блядь. Я просто ролик искал, то, что быстро искал, но не скинул мне логотип. Я вырежу эту фразу обязательно. Здорово, Дедок. Эти игры у ног, мы
Сейчас мы тебе, братик, такой ёбнем, ты охуеешь, бля. Люха. Блядь, сколько ж ты, блядь? Мне ВК как свободен. Ты не мог на прозрачном фоне сфоткаться? Хорошо. Бля, какой ж ты стрёмный, братик, бля, аж мерзко делать, нахуй. Сижу, бля, хочется руки умыть антисептиком, нахуй. Бля, у твоя макушка, как дресня, блядь, слышишь, блядь? Я упала с самосвала, блядь, тормозила головой, блядь. Ёбаный сыр, блядь. Сейчас я покажу, как работает, бля, графический дизайн. Я тебе мог скинуть по NG-файл свои головы. У тебя был? Да. Реально? Да. А что ты молчал? Я просто хотел посмотреть, как ты делаешь это. Бля, у тебя столько... А вообще в фотошопе нихуя не шарит, да? Нихуя себе не шарит, дядь, смотри, ебать. Уже по NG хуёвнул он, блядь. Сколько времени-то прошло, блядь? Мне Илюха вообще неделю он исполнял. Ну, это, бля, сбреем эту хуйню проплешину твою ебану. Пизду ее, бля. Не-не-не, это лучше диджитал, бля. Жестко. Ребята, в агентство обращайтесь, логотипы ваши изготовлю без пизды, бля. Мне вообще похуй, бля. Вадя вообще гениальный логотип, бля. Вадя, я даже не знаю, что еще лучше. Вадя, Бистик, твой, твой еще пока слышишь. Не, ну мой, наверное. Там сложно было. Пока он делает, то мы... Так шею нахуй сносим тебе? Ну, мы просто я вставлю на бустер. Не вставляй, бля, люди должны видеть мои фишки, бля. Смотри, ребят, кому интересно, бля, для тех, кто не знает, как убрать пиксели, бля, синие, нахуй, просто, смотрите, у ластика есть такая функция уменьшения, называется. Размер 1, и просто тыкаешь по каждому квадратику, как будто морской бой. Оп-оп-оп. Каждый пиксель? Ну, я сюда хожу, ты как... Работа кропотливая, дядь. Вообще важно, бля, почувствовать дистанцию, блядь. Вот видите, оп, синенькую запалил, провел, будто и не был. Хорош. Все. Так, здесь убрали все, хорошо. Глаза у тебя красивые, Илюш. Спасибо, у тебя тоже. Да ладно ты, блядь, не пиздец. А у меня? У тебя нет, у тебя пиздец, блядь. Ока Саурона, блядь. Чё, у меня особенные глаза. Дверь открой тебе, блядь, этот, блядь. Бильбо Бэггинс, блядь, пришел нахуй, как там его, блядь. Бильбо. Слав, они на солнце, типа, переливаются, различные оттенки. Градиент, блядь, глаза нахуй. Да, да, да. Ничего. Ничего, Равгипол, слышишь? Реально? Ага. Столько, блядь, на дом издевался нахуй два дня подряд, блядь, на третий повезло, блядь. Он мне говорил, ебанский кейс открывай. Пи-пи-пи. Чё ты сказал там про меня? Говорит, что ты сосёшь хуи, блин. Не мешай человеку работать, ты пизди под руку, блин. Блять. Ёбаный. Бля, ебать уши пиксельные, ебу куз Майнкрафт залетел. Ну а чё такого? Юха, занимай новый логотип, старался даже меньше, чем предыдущий. Так. Слава, у тебя есть идея, что ты будешь делать дальше, когда вырежешь? А, пока нет, но это все на ходу придумаю, блядь. Талантливый человек, блядь, такого долго не надо думать. Так, все, здесь все дотер, в принципе, все хорошо. Талантливый человек, талантливый во всем, да, я с тобой полностью согласен. Так. Делаем логотип величайшего ютубера, бля, на земле, нахуй. 3 пикселя возьмем размер. Да, размер достойный, но я справлюсь, рука не дрогнет, бля. Если что, сделаем Ctrl-Z. Бля, знаешь, как я, когда рисовываю контуры, в фотошопе трясет так, что пиздец. Ну ты что тут землетрус, я тебе представляю, у тебя небось мама там, слышь, крестится внизу сидит. Думаешь, что за хуйня там сверху, бля, трясется все нахуй. Ну, типа, музыку Маршмеллоу поставил для атмосферы? Чтобы логотип балдеж. Смотри, как ёбнул, блядь, может так оставить нахуй? Охуенный! Давай тени накину, чтобы как-то объем был нахуй. Бля, балдёк! Охуенный, бля! Ты можешь, знаешь, можешь нажимать Ctrl и... Чё делать? Бля, мне уже плохо, мне уже нравится музыка, ебать качай, бля! Сейчас мы наделаем труд кропотливый, я все понимаю, блядь.
Так, у меня шрифты есть какие-нибудь попиздачи? А мне вот это нравится. Я тебе скину несколько PNG, блядь, там сам будешь, ну, думается, каких будешь юзать. Сейчас градиент ёбнем бешеный, блядь. Чё ты? А чё, ты простудился, что ли? Да не, бля, прокричался вчера, пиздец. А текстура пёзнем, бля. Пузыри есть? Я думал... А он чё, пузыри нет, что? А ты можешь эршейкер добавить сзади, типа, понял, землетрус? Чё-чё? Ебать, под музыку, под дроп, прям бешеный нахуй. Что-то как-то криво, блядь. Хотя криво не можем. Так, ладно, давай сейчас перейдем к логотипу. Бля, очень красивый, дядь. Ну я, естественно, так все не оставлю. Сейчас я сразу себе на Твиче аватарку поменяю. Давай, я же тебе покажу, как это работает все, дядь. Я честно, ты знаешь, я моушен дизайнер больше. Я реально, я говорю. Без пиздежа, меняю его сразу, ты мне скидываешь, если я моментально ставлю эту аватарку. Моушен дизайнер. Ебать, пошла прорисовка теней. Только нахуя. Завали ебало, блядь. Ты из меня панду решил сделать или что, блядь? Или енота? Бля, и руки вообще не трусит, нахуй. Рога была в первой карте, все арестовали там три буквы. Бля, охуенный глаз, дядь! Смотри. А, ты типа сейчас меня нарисуешь? Ну а ты хуй думал, молвоебикус, блядь. Типа обрисовываешь? Да, я у Бисикса научился, блядь. Да, мне Бисикс нарисовал до гайдова, бля, помнишь скин? Так ты сделай, ты сделай меня чуть попрозрачнее, типа. Дядь, ты нахуй меня учишь, блядь, ебаться, блядь. А представляешь, потом просто за этим... Не учи, бля, я изготавливаю логотипы не первый день на своем производстве, блядь. Сейчас такая балдежная хуйня, блядь. Вот, ты голосовалку сделаешь, чтобы челы за меня на ютубе голосанули? Бля, рука устала, нахуй. Бля, главное там же продолжить. А чё, мы идем? Тише, не пизди. Твоя другая рука не трясется вообще. Ровно по контуру идем. Дядь, идеальный, нахуй. Бля, вообще ёбнутый, дядь. Дядь, ты в курсе то, что рисуешь на слою, который... Ну чё ты молчал, мудак? Бля, дядь, так ебло по тему, ёб твою, блядь, крыса, нахуй. Блядь, такой урод, блядь. Илюх, чё за хуйня, блядь, для тебя стараюсь, блядь. Говори еще, ну какие-то, блядь, Ctrl-C, я у тебя не прошу учить Ctrl-C, спасибо все, тебе, блядь, слышишь? Все. Все, Ctrl-C нажали, или как там, Ctrl-S, Ctrl-S нажали много раз. Алло. Да, здрасте. Лежу первые заказы. А, все супер, супер. Ctrl-C, блядь. Да. Сейчас скажу, я скажу. Здорово, пацаны, блин. Ну чё, величайший дизайнер вернулся. Илю, какой, слышишь, накидай мне пока прям жесткие хиты, бля, маршмеллоу. А где кисточка? А, я ластиком рисую, бля. Поехали. Ты чё там? Не знаю. Да просто на улице прогулялся. Сука, блядь. Бля, я вёл Exile, какой нахуй Exile? Обычный. Хотел свои треки скинуть, просто. А давай твои, нахуй. Не надо. Боишься, засрут? Блять, тут какая-то, блядь, как будто... Хуль так назад ты ёбнула, блядь. Ладно, похуй. Потому что надо чаще отжимать Ctrl-Z. Ой, LKM.
смотрел за одну далеко так появил. Охуенно, дядь, я ебу, блядь. Сколько у меня еще время? Тебя, брат, сколько хочешь. Дядь, полетели дреки, врубай, блядь. Вообще имба. Рука забилась, я ебу, блядь. Пизда, блядь. Блядь, сколько ты мне за этот логотип заплачешь? Поехали, блядь. Сколько скажешь, столько заплачу. Да блядь, я хуя, просто для приличия спросил. Сучара, блядь, сорвалась нахуй. Не смеши, блядь. Ебать, голос обиден, да? Уф, хорош, так. Жёстко обойца. Ну, с третьей попытки ухо обвёл, дядь. Не пизди, блядь. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Там чуть-чуть, немножко. Бля, надеюсь, мой логотип победит. Я уверен, победит. Ну там на самом деле конкуренция свадьбы у тебя большая. Он тоже старался, да? Он очень старался. Блядь! Кончики не совместились! Бля, надеюсь, я недалеко шел. Бам! Блядь, ладно, пуха. Да, не-не-не, все нормально. У меня там дырка в башке, так и оставь. Кончик это прикольный, как у Джимми Нейтрона, бывает такой хуй. Ой, бля, ёбнуться нахуй. Смотри, дядь, какая уже работа вырисовывается. Охуеть. Бля, балдёж, дядь, нахуй. Сейчас рубчик ёбни, бля! Просто идеальный, я не знаю, это идеальный контур головы просто. Бля, балдёж, бля. Композиция ёбнутая, бля. Так, продолжаем работать. Бля, тяжелый труд наш дизайнерский, нахуй. Но я верю, бля, в лучшее. А почему у тебя непрозрачность глаз меньше, чем в контра головы? Или так надо? Ты уверен? Я не совсем понимаю. Ты уверен? Что уверен? Они должны быть толстыми линиями. Типа толстая линия, блядь, корпус, а глаза тоненькие. Ты чё, долбоёб? Не-не. Илюш, блядь, учись, работай, блядь, я не первый день во фрилансе, нахуй. Хоть не разбирайся, когда он увеличит, уменьшит, нажимать. Дядь, ты можешь зажать... И давай не пизди, блядь. Дядь, ты можешь зажать Ctrl и колёсико мыши... Бля, ёбнутый нарисовывается, похож на эту, бля, как... Ну, вы поняли. Кого? Ну. Бать, у меня там конъюнктивит какой-то. Быстро, можешь мне в глаз плюнуть? Я могу писюн пририсовать. На губы посадить. Охуенно. На пизду было. Смотри. Бля, дядь, шикарная работа, смотри. Дядь! Смотри, что вырисовывается, нахуй. Блядь, эта работа в историю войдет, нахуй. После нее я стану дизайнером, блядь. Охуенно. Слава, можно за этот залив. Да ему плохо вообще. Чё, можно? Заливка нажать, а потом белую штуку. Реально? Да. Так оставь там как раз белую штуку, да. Ооо. Ебать. А где она была, я забыл, блядь. А, во, сейчас вначале белую только сделаю. Возьми глаз черный. Нет, наркоман. Осуждаю. Охуенно!
Охуенно, дядь! Вообще ёбнулся, блядь, смотри! Вы, блядь, дядь, ты можешь даже нахуй не дорисовывать один в один, блядь, смотри! Да просто брови нарисуй, волосы... Бля, гениально, и нахуй! Дядь, это очень похоже, блядь! Да, я тут ёбну заливочку. Бля, работа качественная, блядь. Глазаемба, глазаемба. Что за хуйня? Эмма, Эмма. Опа. Че такое? Я говорю, брови нарисуй поверх волосы контур и просто заливкой. Да, да, еще такой ёб нахуй ездить. Это вообще хля. Мне кажется, я нашел себя. Мужики, переходите на мои арт-стримы, блядь. Завтра еще хуй здоровенно рисуем, блядь. Акварелью. Так, берем, смотри, берем тоненькую линию, двоечку, да, показываю, блядь. Ты кто сейчас учится, блядь, вместе со мной. Идем. Можно брови попробовать нарисовать. Не пизди. Жестко. Бля, дядь, это гениальная хуйня, нахуй. Капец, ты ровно прям. Это гениальная хуйня, дядь. Ну, бля, есть такая тема. Какого у тебя волоса цвета, только скажи точно. Примерно, вот чуть-чуть с коричневым, да, оттенком? Илюха, скажи ему хэштег вот этот. Назови мне вот эту решетку, RGB. Да. А, я же могу это сделать. Пипетку. А где она, как выглядит, я забыл. А, вот, пипетка. Вот такой, да, у тебя где-то, вот. Ой, дядь, один в один, блядь. Охуеть, дядь, блядь! Смотри, так, нахуй! Ты смотри, чтобы реалистично смотрелось, тут конкретно в то... Охуительно, дядь! Ну-ка, сейчас я еще пипеткой тыкну. Ебать, за сколько ты дизайнерскую работу заплатил? Блядь, дорого, дядь, у меня очень дорогие работы. Почем? Так... Бля, забыл, как завитушки сделать. Завитушки? Сейчас. А ты знал? Рисуй букву S, которая перевернута такая. Дядь, вот ёбнуться ты, нахуй, ты, смотри! А, ты прям по волосам рисуешь. Эффекты, блядь! Нормально. Не-не, это волос. Это пока так кажется, я еще их не доработал. Так, бра. У тебя, брат, тебе не было там да Винчи, это всяких Микеланджело. Ван Гог. Ван Гог. Ван Кокман, блядь. Так. Тут надо... Сейчас двоечко жирненько будет. Хотя не, нормально. Такими легкими штрихами, легкими. Детализируем брови. Кучно, но не одним слоем. Че, восхищаешься? Я восхищен. Этот Боб, который я рисовал, который Cool Story Bob, он же художник. И ты прям прекрасно рисовал. Бля, у тебя брови нет. Нет нормальной фотки? Чё за хуйта, блядь? Куда она идёт? Ну, примерно так. Куда уехала, блядь, пиздец нахуй. Сейчас должно быть, блядь. А где у тебя ресницы, брат? У меня? Ага. Можешь не рисовать. Ну ладно, похуй, реально. И самое главное. Кому они, блядь, нужны? Да, у тебя разрез такой прикольный в губах. Быстрее, блядь, ты красивый сегодня. Спасибо. Постригся, да? Да, братан. Сейчас не до этого, братик, не пизди под руку, если только пора. Пошёл дропчик! Бля, Люха, кайфуйтишь, ахуй, наверное, таким торчком, бля. Прыщи нарисуй, естественно, бля. Каждую родинку, бля. Каждый штрих будет подведен, ребят. Я работы свои подвожу до конца всегда. Уф, блядь, охуенный, дядь. Да, я сейчас скину в ЛС. Ебать.
Охуенно, братанчик, бля, ебать, эта работа вырисовывается, нахуй. Роденький, ухо чуть-чуть еще и все. Не-не, там еще надо порошить по дому. Получается идеально. Кайфовый дрок. Вот чем заняться на стриме, да? Охуенно, братанчик, бля, вообще на... Пусть ты не хочешь завтра фотошоп батл сделать на стриме? Можно. Ты только что придумал новую рубрику, брат? В смысле, ну рубрика у меня фотошоп батл была. А чё, мы не идём в КС? Какой не КС, бля, работа, нахуй, тут Ван Гога, бля, творит, нахуй. А, понял. Это что, Илюх, грязь под земли или родинки? Не, родинки. Понял. Мне очень много родинок. Сейчас. Грязь под земли. Родинки, наверное, надо коричневым цветом здесь. Да? Да, то так это как бы... БЛЯАТЬ! Уши улетели нахуй! А, во. Это как будто у меня ветряная оспа, блядь. Не ветряная, а чёрная оспа, блядь. Давай не будем подробности даваться. Какая там у тебя оспа, братик, блядь. Сейчас мы тебе родинки сделаем, нахуй. Ох, дядь, один в один, блядь. Ветряная оспа, это же ветрянка, получается? Нет. Или да. Ветрянка? Да, вот ветрянка. Илюха, это родинка или что? Или это реально ветряная оспа, нахуй? Ну вот там, где ты три точки ты обвел, это не родинки были. А что это было? Капли с первым? Так, какие удалить, брат? Скажи, какие не родинки. Излишки говна. Что из этого не родинки? Сразу обоснуй мне. Ну то, что маленькое, вот ты обвел, это не родинка. Вот это не родинка, да? Да, три подряд и снизу, которая чуть такая маленькая. Хуля так мяч. А, я пытаюсь истереть, это у тебя на ебле, что ли? Реально? Или что? Это тебе так было или как? Я, блядь, подожди, я не понимаю, ну ты да. Говоришь это на стриме или нет? Мне сложно с задержкой. А вот это внизу родинка? Ну вот который сбоку, ну вот под глазом получается, под левым правым у меня две родинки, и возле уха правого у меня, ну, с твоей стороны получается. И чуть... У меня, ну, слышишь, кажется, краски кончились, что у меня кисть не рисует? Охуенно, дядь, смотри. Бля, гениально, нахуй. Дядь, это работа заслуживающая, реально, блядь, похвал. Бля, мне так нравится эта атмосфера, я чувствую себя реально, знаешь, как у меня дедлайн, блядь, понял, поэтому. По заказу, нахуй. На фрилансе? Да. Я жестко. Я сейчас на заказе, брат, жестком. Бля, жестко. Ебать пукает, бля. Ты не на том слое опять рисуешь. Фух. Вовремя предупредил, еще не так все упущено. Блять, охуенно. В смысле, как же ты красиво рисуешь? Жесть. Блядь, спасибо, братан, бля. Я художку закончу. Меня погоняло, знаешь, как бы в художке Ван Гога, блядь. Охренеть, как же ты нос пририсовал? Пиздатый, вопросов нет. Все, просто теперь заливаешь цветом кожи. Молодежь. Сейчас. Ну, если ты еще всем жесткого левела, надо еще будет тени пририсовать. Сделаем. Я тебе наперед, там еще трафик закинул, дядь, там жестко. Давай, брат, просто мне работать, бля. Не работать. Работать. Тут еще, блядь, надо этим, блядь. Ну ты понял. Не, на зря правая классно нарисована. Ну а какая есть, дядь? Я тебе что могу сказать? О, слышишь, а ты можешь реально там чел часть? Ты можешь мне стрим в Дискорде подумать? А, ты же будешь говорить из бочки. Да, у меня будет звук ебланский почему-то, не знаю, что писать. Ладно, сам дорисую, блядь, так уж и быть. Я могу себе это позволить, нахуй. Так. Теперь.
Охуенно. Теперь берем пипетку. Получается... А, нет, стоп. Бля, гениально, нахуй, пронзила мысль. Так, надо как-то додуматься, как это сделать. Нет, не так. Так. Тень надо обрезать. Бля, балдёж, бля. И теперь... А как её прозрачность сделать теперь? Надо тогда непрозрачность ёбать вот так. Ебать, это у меня шрам? Не, это тень, дядь, смотри. Это гениально, нахуй, дядь. Это ёбнулся, дядь, как я нахуй додумался до этого? Я хуй знает, я тебе клюсь, я нигде это не видел. Не, тебе надо на второй слой, Слава. Тебе надо сначала вот эту всю закрасить. Бля, точняк, брат, спасибо, кожи, спасибо. А на второй слой тень. Спасибо, Слава, братан. Слава, это киберпанк, понял? Как, не, я не понял. Это у меня как бы... Я не начинаю шарить, что это. Знаешь, как это лица, как типа вставляются такие у роботов? А чё не льёт-то, блядь? А, блядь. Ой, блядь, дядь! Ах, один в один, дядь! Пизда, нахуй! Ух, ебать! Чё эти? Веки, глаз? Па-п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 а! Блядь! Мне кажется, у Славы соседи устроят просто самую... Праздник, блин! ...когда он съедет. Он будет только и слышны, как шампанское открывается. Бля, балдёжно, слышь? Так. Быстренько добьём детали. Куда попрыгал черепаха? Ох, блядь, нихуя добил. Ебать. Сейчас добьем, блядь. Ты татуировку сбиваешь? Не пизди. Морщины будем рисовать? Они вообще есть? Так. Получается. Сейчас. Бля, как бы тебе сделать? Получается. Веки, они должны быть как будто в тени. Чуть-чуть, то есть. Может быть. Блядь, куда тебя унесло-то, ебать? Хорошо, вручную закрась. Ух, да, сейчас сделаем. Ты не хочешь в паблик закинуть PSD своей работы и челуи допилит ее? Давай. Сейчас все прорисуем здесь. Кисточка, надеюсь, 100%? Да, нормально. Я думал, может, непрозрачная, блин. Бля, хорошо идет пока. Даже ни с какими сложностями не столкнулся. Но все еще впереди, бля. Впереди эти ебаные тени, блядь. Ебаные, блядь. Нормально. Ничего, ты справишься, Слава. Дядь, мне вообще похуй, бля, я не боюсь трудностей. Я понимаю, что дорога чемпиона, бля, она крайне тернистая, бля, понимаешь? И как бы тебе не было сложно, в конце тебя ждет, блядь, награждение, нахуй. За твои труды, блядь. Так. Так, белок делаем белым. Оп.
Все, можно залить просто белой краской. Ёбнул балдежно. Так. Вырисовываем тут. Вот так. Ну и тут тоже хуярим просто белок нахуй. Ой, ставь песню следующую. Смотри, хорошо. Да, добрубай, братан. Бля, с такой музыкой прям вообще прикольно. Бля. Дядь, вот согласись, блядь, без пизды, один в один. Да, один в один, дядь. Смотри. А, стой, придумал, ну-ка. Ради интереса. Yeah. Классный трек. Ни хрена ты веки нарисовал, слышь? Чё? Похоже? Получилось очень реалистично. Реально? Да. Спасибо. Бадум. Скоро будет твоя работа. Сори, что видос задержу. Ну ты мне уже заплатил, бля. Мне нужно надо добить. Это под слоем было. Ты подумал, ты... Да, я подумал, что он рисовал. Нихуя ты, бля. Смотри, Илюха, какой реалистичный. Блядь, у меня работа вообще уровня... Уф, бля, даже не пришлось перерисовывать, балдеж. Разрез сделал такой. Бля, ебать. Охуенно, дядь, один в один, бля. Бля, дядь, пиздец, согласись, похож без пизды, блядь. У тебя белка, ёбна ему сожгла глаза только. То один желток, нахуй. Как будто... So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Yeah. Бустер все умеет, но. Талант же еще талант. Ух, бля, нихуя стилит, бля, ебу, слышишь же, бля. Бля, бля. Охуенно, дядь. Буксер. А что такое щеку за прозрачное все? It's my day. Может так оставить, слышишь, что-то мне... Где имею в виду этот фон? Сейчас я без этих брови доебашу. Да, можешь оставить фон. Кажется. Так же можно, блядь, это не нарушает правила конкурса? Нет. Нет, все идеально, Слава. Так, бровь хорошая, густая. Ебать тебя скатило. Нормально, нормально. Так, пипетку берем. Нажал. Высрал. А чё это? Ой, блядь. Чё? О, следующий трек такой имба. Да, блядь. Кисточкой просто дохуяриваю, похуй. Так. Охуенно, дядь. Это работа, а это просто, бля, пиздец. Это реально аватарка для канала Миллионник, блядь. Только посмей, бля, не поставить, нахуй. Не, ну ты сейчас сразу поставлю. Ну ладно, хотя бы так, нахуй. И скидываешь, я ставлю сразу на Твиче. За столько сил приложено, дядь, нахуй. А где трек-то, бля? Чё не заиграл он, чё? Marshmallow Summer? Да-да-да-да-да. Так, ребят, сейчас я буду импровизировать, бля. Если до этого я делал то, что я в чем пиздец разбираюсь, типа, ну, уверенную работу. Сначала Summer, а потом вы Ruinow. Так. Смотрите, что мы делаем. Сейчас я... Тун-тун-туру-тун. Так, пипеточку берем. Тун-тун-туру-тун. Нихуя. Тих.
А? Не-не, а что пожарить не хочешь? Охуенно, ты видел, как Илюха рисует? Видела? Блин, это талант, нахуй. Пиздец, я Ван Гог, я свой рот вертел, блядь. Так, надо теперь понять, как тени рисовать, так. Да-да-да. Да это для первого раза? Вообще жестко. Это пушка, блядь, это просто разъёбщик, нахуй. Для первого раза это реально очень сильно. Реально? Да, я... А, бля, как тени рисовать? Это получается должен быть второй слой? Тени рисовать, ты должен как это цветовую палитру то есть, сделать. Более темный, более светлый, это на... Тогда остановимся на этом. Ну да. Это дрочь. Да-да-да. Все, Илюш, логотип готов? Что скажете? Какой размер? Чей? Как в фотке был, такой я расставил размер, я ебу. Я не знаю, где. Бустер, заебашь задний фон еще. Ну, кстати. Так пусть просто белый задний фон, че. Пусть PNG будет, он же Twitch будет загружать. Так не, сделай белый фон просто сзади и все. Сейчас я нарисую, бля, волосяной покров такой. 150 человек, которые единицу поставили, 230, блядь, чё, нахуй, ну, не, ладно, единица, но человек, который пишет, двойку поставили, такие, ну... Ну, вроде ничего, блядь, надо работать, блядь. Дядь, это пиздец пушка, нахуй. Дядь, это ресница, братан. А что, они не залазят? Они у тебя не в глазах, что ли? Постоянно, блядь, ресницы из глаз вытаскивают, заебали. Ну, они типа... Это объем такой, он же чуть по углам смотрит, они типа так... А, это объемная... Конечно, ой, дядь, ты вообще нихуя не шаришь. Немножко более мужественный стал. Так, ну все, брата. Я их отдельным слоем рисовал. Бля, ладно, похуй. Все, тогда комбинируем все в смарт-объект. Меня тоже скомбинировали в смарт-объект. Охуенно, дядь. Охереть. Чё, лучше с ними или без? Просто все знает. Убери. Слой, три. С ними или без? Дед, не, знаешь, издалека, если примерно 10 метров отойти от экрана, то, в принципе, нормально смотрится. Я тебе говорю, дядь, как в жизни, смотри. Так, посмотри, так, посмотри вот так вот, просто так глянь. Это будет маленькое. Дядь. На аватарке это будет маленькое. Типа у тебя чё, у тебя... Нажми Ctrl минус много раз подряд. Минус. Да. А, вот, да. А, вот. Вот, смотри. Вот, всё, идеально. Охуенно выглядит. Может, еще тело дохуярить, дядь? Хе-хе-хе. Балдеж. Я не люблю выёбываться, но мне кажется, работа достойная, дядь. Чё думаешь? Для первого раза, дядь, это вообще достойнейшая работа. Без. Так чё, без? Убери нах, говорят. Ну ладно, давай реально. Да всё равно их не будет видно. Нет, ну это важно, это просто это такая деталь. Да, лучше без них, похуй. Так, братан, мне как-то уменьшить тебе или как тебе отправить на почту, блядь? Куда заявки отправили? Ты можешь мне просто PNG в документ загрузить в ВК. Хорошо, как это сделать? Алло. А ты... Квадрат? Просто... Блядь. Ты мне просто на стриме говоришь, я не могу это... Теряюсь, кому отвечать. Там, кому на стриме, а тот, кто в Дискорде. Кто это? Ну, в идеале... Вот так? Чтоб ты сделал квадрат. Да, вот. А нахуя так? А чё ты текст убрал, кстати? Ты думаешь, надо? Ну, можно, знаешь, как это... Фрилансеры скидывают несколько вариантов с текстом, без текста. Давайте я просто ёбну один с текстом, если чё обрежь снизу. Давай без текста, похуй, давай без текста. Бля, ты чё обманываешь-то нахуй? Я уже, бля, подстроил эту хуйню квадрату, блядь. Ну, я знаешь, этот, я уёбский заказчик. Я понял, который постоянно меняет свои пожелания. Да. Дядь, я с такой хуйней часто сталкиваюсь, ты меня знаешь, бля. Да. У меня опыт огромный, работы, бля, огромный. Бля, ну вроде неплохо. Нормально? Так, в центре, блядь, как? Ну ладно. Короче, там, блядь, сам, блядь, прицелишься, окей? Хорошо, дядь. Кайф, блядь.
Волосы, а что с ними? Балдежный же. Или потемнее, да, потемнее ёбну? Не надо, не надо, не надо. Так оставить? Отлично. Тебя такие, да? Все, понял. Да. Держи, братан, ПНГ скинул нахуй тебе в ВК. Добротная хуйня. Ты мне еще. Извините. Оставь, погоди, а там вотермарка там какая-нибудь. Уф, бля, охуенный, дядь, смотри, блядь. Бля, нихуя ты, блядь. Смотри, дядь. Нереально хорошо смотрится. У тебя сейчас, знаешь, как подписчики полетят? Засеки за это, блядь. Защити цифру, засеки. Тебя сейчас ёбнешься, как вырос пойдет. Ну, с такой аватаркой 100%. Бля, дядь, это будущее, бля, киберспорта, нахуй. Я тебе... Не, охуенно смотрится, бля, вообще очень гармонично, блядь. С дизайном Твича особенно. Согласен, я полностью согласен.